Пока льготные тарифы открыты на те маршруты, по которым продажи начинаются за 60 дней. С 18 апреля и через интернет можно будет оформить проезд со скидкой. Им смогут воспользоваться более 2 миллионов детей. Напомним, ранее скидка в 50% для детей до 17 лет действовала только с 1 сентября по 31 мая. Решение установить круглогодичные льготные тарифы на железнодорожные перевозки для школьников позволит поддержать семьи и поможет многим провести летний отдых на российских курортах.